Ребята, всем привет, с вами Габиган, мы находимся в игре Равнфилд, и, короче, это режим охота, я ни разу в него не играл, я решил посмотреть вообще режимы в этой игре, так что видосов будет много по этой игре. Так, мы с моим отрядом, я так понял, находимся возле какой-то сферы, я вижу какой-то мостик, сейчас мы подбежим до этой сферы, посмотрим, что там есть. Так, отряд бегает за мной, это очень хорошо. Что мне дает эта сфера? Блин, я вообще смогу до нее подбежать? Вон что-то вижу вон там, вдалеке, какая-то, я не знаю, полоска или что-то. Ну, вы тоже, я думаю, видите ее. Так, сейчас мы эту сферу попробуем забрать, или вообще сюда можно ли зайти. Так, подбегаем и... Repairance of Wave. Я не... Зря, походу, я выстрелил, потому что, возможно, сейчас мы сюда подойдем, и... Что это? И что будет? Вот я подошел... И что? Ничего не будет. Вейв воды. Что это такое? А дым. Ты слышал, как я сказал? Вейв воды. Так, 0.12. Вейв. Ой, что это? Что это такое? Скелеты. Скелеты на меня нападают. Быстрей. Пацаны. Почему я умираю? Подожди. А мне уже в сферу зайти, что ли? Уже в сферу зайти? Так, валим скелетов. Какие скелеты? Почему они начали нападать? Так, попал. Попал. Минус. Минус скелеты. 8. Их 12. 12 скелетов. Так вот. Пошел. Минус. Минус. Так, давай. Вали. Кстати, скелетов не показывает, что мы убиваем скелетов. Все, мы развалили эту сферу. Вась, все, я понял. Режим охота. Так, поехали дальше. Сейчас, мне кажется, будет потяжелее, потому что в первый раз было 12. А в этот раз я не знаю, сколько будем играть до первой смерти. 58 хп, мне бы восстановиться, если честно. А как восстанавливаться? Как аптечку принять? Вот я сейчас принимаю аптечку. Я пытаюсь принять аптечку, точнее. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, на какую кнопку аптечку применять. Потому что гроб, я ничего не все нажимаю, что только возможно. И аптечка у меня не принимается. Блин, у меня еще патронов по фигне осталось. Пацаны, помогите аптечкой. Аптечка, мне нужна аптечка. Блин, я не выдержу. Что я? Зачем я ее кинул? Блин, я ее не мог. Я ее кинул, короче, не могу ее поднять. Я не могу ее использовать. Почему я ее не могу использовать? Гаечный ключ. Где я взял гаечный ключ в Раунфилде? Ладно. Побежали. Так, разблокируем сейчас эту часть. Это что? Это что такое? О, Вася, новое оружие, смотри какое. Как у моих типов. Или у них другое? А, не, у них такое же. Или другое? Блин, другое, по-моему. Волна вторая. Вейва — это волна. Так, все, поехали. Вон там трупики валяются везде. Так, пошел. Давай. На. Минус. Так, пошел. Минус. Блин, ну с этой винтовочки так-то легко вообще валить. А они с оружием, что ли, эти скелеты? Я не понимаю, они с оружием или что? Так, Вася, ты можешь пойти назад? Пожалуйста. Плиз. Не, братанчики, не стреляйте. Они стреляют. Скелеты-то с оружием, ё-моё. Так, пошел. Капец, красиво сейчас развалил их. Опа. Так, минус. Ложим патрончики. Так, стойте, пацаны, в меня только не стреляйте. Валите их быстрей. Все, изи. Так, мы сейчас должны, скорее всего, на третьей волне опять получить... Ладно, пофиг. Короче, мы развалили этих двух скелетов. Давайте пойдем дальше, вот сюда, на базу. Мне интересно, что будет здесь. По-любому что-то будет. Ну, типа, этого не может быть, чтобы здесь была пустая база. По-любому сейчас красные будут или кто-то будет, короче. У меня такое ощущение, просто лично такое ощущение, что сейчас будет какой-то подвох. Сейчас кто-то на нас нападет или же нет. Скорее всего, надо будет убивать скелетов. Пошлите, сейчас будет вторая волна. Я думаю, блин, я не посмотрел, кстати, сколько было в этот раз скелетов. Их было больше или столько же? Ну, типа, по ощущениям было больше. Типа, смотри, сколько трупов здесь валяется, и вон там на горе... Блин, ну и здесь, смотри, сколько трупов тоже валяется. Сейчас, короче, мы пойдем, блин, скелеты, похоже, как-то больше на роботов, посмотри. Блин, ну прикольно выглядит, на самом-то деле.
Так, ладно. Побежали. Сейчас. Вон там новое оружие. Там новое оружие. Сейчас. Блин, и самый прикол в том, знаешь, что во второй волне мне никто не снес ни единой единицы урона. Типа и одного хп не снесли. Не, на самом деле это очень хорошо. Это очень хорошо, что, блин, не снесли. Чего сейчас? Что это за оружие? А, идеально, пистолет. А, это пистолет-пулемет. Все, Вась, Вась, это ГГ для скелетов. Это ГГшка. Потому что, ну, это прям жесткое оружие. Это прям жесткое оружие. Сейчас волна третья. Сколько зомбарей? Показывай мне, сколько зомбарей сейчас будет. 36, Вась! Так, минус. Блин, он не убивает. Он не убивает, он роняет. Понимаешь? Их надо вплотную валить. Их надо вплотную валить. Так, берем винтовочку. И винтовочкой уже сносим их. Потому что винтовочка, вот она с одного выстрела их сносит. Они с ножами или с чем? Они с оружием ходят. Я не понимаю, мне нужно подойти до кого-то. Блин, с таким... О, не-не-не, они стреляют, все, я понял. Кто-то с ножами, кто-то с мечами, кто-то с оружием ходит. Блин, надо в меня палят. Пацаны, помогайте, я ложусь на землю. Так, 23. Минус. Так, у меня патроны закончились. Идеально. Идеально. Так. Блин, на пистолете очень быстро все кончается, Вась. Можно не так быстро все, чтобы качалось? Патроны летят в какую-то задницу, не понимаю ничего. Блин, ну с гаечным ключом я на них не побегу. 20 патронов, 20 патронов. А, все, все, скелеты все погибли. То есть мы 36 убили, и все, которые остались, скелеты, они умирают из-за вот этого вот взрыва. Так, я надеюсь, сейчас, сейчас, когда я прибегу, будет хороший рандом и хорошее оружие. Я очень сильно надеюсь, что будет хорошее оружие. Если не будет хорошего оружия, я сделаю бойкот этой игре. Типа, зачем мне играть, если тут нету нормального оружия, чтобы пострелять. Так, что? Какое-нибудь скорострельное. Опа, дробовик, еще лучше. 6.24. Смотрите, если сейчас будет хотя бы 40 скелетов, как и должно быть, в принципе, потому что только что было 36. У меня 6.24, 6 плюс 24, 30 патронов, 30 скелетов, получается 48. Идеально, идеально. Бам, минус, бам, минус, бам, минус. Блин, и просираю патроны, как ты видишь. 49 хп, 49 хп, 40, 49 хп. Так, ложим, ложим патрончики. Бам, бам, бам. Так, блин, вот это косячок, очень большой косяк, то, что у меня очень много промахов, 21, уже половина, можно сказать, почти. И прикол в том, что мы можем одним патроном завалить двоих, но пока что я этого не сделал, мы урон пока что только сносим. Блин, опять патроны, 13 патронов, Вась, число моего дня рождения, ушли все, быстро. Так, бам, бам, бам. Бам, изи просто. Ну слушай, это изи, конечно, но проблема в том, что бам, блин, мне нужно их валить, потому что меня сейчас завалят. 28, все, минус, все скелетончики. Так, пацаны, куда теперь? Нифига, теперь что, босс что ли? Сейчас походу босс будет, сейчас походу будет босс, сейчас походу будет мясо, а у меня нету патронов. Тут есть где-нибудь патроны, пацаны? Никто не выкидывал патрончики там, например. Ну ладно, пошлите, пошлите, пошлите быстрее. Вот здесь, мне кажется, сейчас будет мясо. У меня нету патронов, у меня нету ничего. Буду вырываться гаечным ключом. Буду вырываться в натуре гаечным ключом, потому что я чувствую, что это будет просто крындышка. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Да вы издеваетесь. Ну какой пистолет? Ну какой рандом дерьмовый, блин. Можно было что-нибудь получше дать, я не знаю, какой-нибудь... Пистолет, пулемет какой-нибудь. 64. Вась. Вась, я, блин, Вась, ну два только завалил. Ну, блин, ну я настолько тяжело их валю с этими двумя просто. Это даже, это не передать словами. Так, ладно, ну у меня тут хотя бы есть вышка, как хоть какая-то. Бам. Так. Блин, этот пистолет вообще на дальнях не берет. Ну, типа, да, я двоих сейчас завалил, но у него патроны, ты видишь, как у него патроны просто разлетаются со стороны в сторону просто. Так, минус. Минус. Давай попробуем сейчас, сейчас попробуем все-таки выиграть, даже если у меня мало патронов, буду драться своей
гаечным ключом буду, короче, драться. Блин, блин, ты чё, Вась? Напал на меня, прикинь. Вы чё с топорами бежите на меня? Минус, минус, минус. Ничего себе, их оттуда летит. Стой, 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 стой. Патроны закончились. Патроны закончились. Так, у меня вообще патроны сейчас закончатся. Сейчас вообще закончатся патроны и будет ГГшка. ГГшка будет. Все, 10 патронов. Что мне делать? Вот что вы мне... 6 патронов. Что мне делать с 6 патронами? А где мои типы? Моих мужиков нету. Они не упали случайно вниз? Вась, походу мои типы упали вниз. Что это? Что происходит? Что про... А, я вышел за территорию. Я вышел за территорию. Что мне делать? Побегу с гаечным ключом на них. Мне нечего больше делать. Они походу внизу сражаются или что? 15 человек. Как я убил, так и осталось. Типа, ничего не меняется. Это говорит о том, что мои типы погибли. Мои типы погибли, и навряд ли их смогу уже найти. Все, все. Игра походу багнулась, что ли, ребят. Игра походу багнулась. И я не знаю, что с ней теперь делать. Ребят, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, короче, скиньте мне, пожалуйста, моды на эту игру в комментарии под этим видео. С вами был Гамиган, мы убили 165 скелетов. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.